Следственным отделом по городу Ленинск-Кузнецке Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области расследуется уголовное дело, которое было возбуждено 20 февраля 2024 года по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным, точнее с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, совершенное в крупном размере, и по факту незаконного хранения без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. По версии следствия, обвиняемые через мессенджер поступали от куратора указания на получение наркотических средств в определенных местах с целью расфасовки с последующим распределением наркотиков в места закладок в разных городах Кемеровской области с целью последующего сбыта. Обвиняемая 1993 года рождения. Имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. У обвиняемой было тяжелое материальное положение, и она решила найти источник дополнительного заработка и через мессенджеры, через определенные аккаунты вышла на связь вот именно с куратором данной незаконной деятельности. Данное уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей города Ленинска-Кузнецкого, один из которых на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником исполнительного государственного органа. Данным лицам в первые дни расследования было предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность этих лиц к инкриминируемым им деяниям. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Свидетели допрошены. В отношении фигурантов Ленинск-Кузнецким городским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на период предварительного следствия и суда.